Здравствуйте, дорогие телезрители, гости канала Про IKEA. И все-таки мы доехали до родного Нижненогородского. До Нижнего Новгорода. И забыл. Да. Друзья, всем привет! Рада приветствовать вас в Нижнем Новгороде. С вами неугомонные Просины. Сейчас мы с вами долго-долго будем ходить по магазину и смотреть все те новинки, которые появились в IKEA за последний месяц. Напомню, что последний раз новинки мы снимали в середине весны. Поэтому мы заранее пробежались по магазину и заранее вас предупреждаем. Готовьте печеньки и чаек. Обзор большой будет. А тем, кто с нами не знаком, давайте быстренько познакомимся. Нас зовут Просина Татьяна и Дмитрий. Нашему каналу уже почти 4 года, а также мы являемся действующей службой доставки товаров IKEA в городе Саранск. Поэтому про IKEA мы знаем вот столько и даже больше. Погнали смотреть. Кстати, вот этот новый интерьер мы посмотрим с вами отдельно, как и еще парочку новых интерьеров. Поэтому детально не будем останавливаться, будет отдельный обзор, выйдет в ближайшее время. Новые интерьеры Нижнего Новгорода. Да. Мы часто пропускаем чехлы на подушку, потому что к тому времени, когда мы до них доходим почти до конца магазина, уже нет сил ни у вас, ни у нас. Серия Виги с новым темным... темно-синий цвет. Ребят, давайте менять на самом деле ценники, чтобы они соответствовали. Цвет светло-коричневый, 50 на 50. Видис серия, в принципе, в IKEA уже очень давно. Волокно раме. Это у нас крапива. Чем хорош видис? То есть для тех, кто не любит, например, лен, для тех, кому лен жестковат, но хочется вот таких моментов, да, более грубоватых, чем хлопок, для тех подходит волокно раме. Оно неушибаемое, оно неубиваемое. Единственное, какой минус я вижу для себя, оно немного колючее. Я его не очень люблю по тактильным ощущениям. Нас преследует опять громкая музыка, но мы постараемся говорить громче, чем эта музыка. Кстати, Дим, не говори, а кто постоянно нас смотрит? Вы знаете, почему в IKEA есть, бывают моменты громкой музыки, бывают моменты тихой музыки. Напишите в комментариях. Так, Калак, ставка с отделением. Дим, то, что ты, в принципе, давно хотел, под бутылки, например. Но сразу скажу. Жебловато. Для бутылок достаточно. Нет, 600 рублей. Мы ее уже протестили, клиенты ее уже брали. Я считаю, это дорого очень. Два куска фанерки. Плюс, смотри, иди сюда. Я думаю, она попадет в антитовары, потому что она изначально идет очень много брака. А с мужской точки зрения я бы взял один в качестве образца, шаблона и делал под себя, закупив отдельный материал. Хороший. В общем, вот такая. Иди сюда. Видно вообще? Ну, я пока стою, смотрю. Вот такая вставка по диагональке. Вот иди сюда, о чем я говорила. Вот такого очень много. То есть найти прям вот идеальную. А ты тут идеально найдешь. Вот. Тебе надо или что-то недосунуть, вот или что-то пересунуть. Нет, нет, нет. Вот, видишь драные края? Драные. Это вы подбираете. Нет, ну вот край. Ну, иди сюда. Да нормально там, там полно. Ну как же это нормально? Его я прям вижу, на видном месте. Вот. Ободранные края. Ну конечно, если 100 раз снимать, 100 раз одевать. Нет, а что, дома не так эксплуатируется? Ну, я бы не стал каждую неделю все снимать и одевать. Во-первых, Дим, вытирать пыль. У нас, кстати, часто, кто новенький, не обращайте внимания, у нас часто бывают такие споры, это норма. Это философский высер называется. Да. А для вытирания пыли, Дим, в любом случае будем доставать. Это без вариантов, как говорится. Поэтому я не очень, например, ей этой новинкой довольна. А еще ее хрен. Мы тут что-то немножко задержались. Так, в серии Беста появились новые фасады, но там работает сотрудник, мы решили не мешать, сняли образец. Рикс Викен, подброшированное темное олово. То есть ощущение металлической поверхности. Пока два размера 60 на 38 и 60 на 26. И вот у нас сейчас 60 на 64, три размера. Так, ДСП и полимерная пленка. Вот как это выглядит изнутри. И сейчас я еще одну принесу. Значит, дверца Хертвикен, есть еще бледно-серо-зеленый. Зарекомендовал себя очень классно. Дим, я надеюсь, видно.
она... Текстура волокнистая. Да, текстура волокнистая, она неоднородная. И очень классно смотрится. То есть это такой довольно-таки сейчас актуальный у всех дизайнеров цвет. Он и не розовый, и не пудровый, и не фиолетовый. Но когда вам надоело белый и бежевый... Серо-буро-козявчатый. Да, вот именно такой, серо-буро-козявчатый. В общем, это один из актуальных цветов, и он очень хорошо сочетается с оттенками серого и белого. И третий, последний фасад, это у нас Вестервикен в белом цвете. Просто белая матовая поверхность, но ощущение, вот как будто она натянута. Плюс телескопические вырезы. Телескопические? Вот. Может, ступенька? Ну, я с разреза покажу. Вот. Можно как ручку использовать. Ну, оно так и будет. Ну, тебе. Теперь пошли. Пока еще многим не актуально, но, ребята, школа детская не за горами. Поэтому, Дмитрий Юрьевич, нам тоже скоро нужно будет. Ну, по этому поводу мы сделаем очередной обзор, но только в августе. В начале августа. Тумба Алекс. Наконец-то вернулись широкие Алексы. Причем она 1, 2, 3, 4, 5, 6. Она чуть пониже базовой тумбы Алекс. Стоит 7500. То есть формат такой же, но по факту это 2 А4. То есть, если вам, например, вот этой тумбы мало, не покупайте две, возьмите одну пошире. Вы очень хорошо сэкономите денег. Единственное, что, видишь, у классической тумбы Алекс какие глубокие ящики. Здесь ящики помелче. Вот это тоже имейте в виду. Но вот эту тумбочку уже девочки-мастера бьюти-красоты полюбили. Узкая, все расставлено и довольно-таки глубоко можно достать. А дальше, ну, новинка-старинка, помните, да, как мы это называем? Вот эти опоры, вот Дима, мне кажется, даже внимания бы не обратил, потому что она уже 100 лет продается, но теперь с другим названием. Это у нас Мид-Бак, белый массив дерева, 3000 стоит одна опора для стола. Они были раньше в ассортименте, потом их убрали за невостребованностью. Сейчас посмотрим, как будут опять продаваться. Они специфичные, у них вот эти краники железные, по-другому я их просто назвать не могу, очень напоминают хвостики, как у мясорубки. И у них все-таки очень большой вылет, они много занимают места. Они рассчитаны под широкую столешницу? Да. Ну и я знаю, что даже метрушку на них ставят. Так, ну я думаю, про столешницу вам рассказывать не надо. Вы все в курсе, что Линмон у нас покинули, и теперь Лаг Кап Тен. Все то же самое, только есть некоторые изменения в размерах. Кстати, вот это ограниченные два цвета. Имейте, пожалуйста, в виду, они могут скоро пропасть из продажи. Кто планирует эти цвета, цапайте, пока есть. Я знаю, что такой цвет берут на кухню, делают вот сочетание с таким и закрывают сейчас вот эти прозрачные силиконовые покрытия. Получается красивый кухонный стол за недорого. Дим стоит и смотрит, что я делаю. Да вот, да. Нет, здесь было расстегнуто. Я застегиваю, возвращаю в исходное. В общем, появилось новое кресло. Байорк Бергет. Есть еще синий и бежевый. Примерьте. Так, без колес. Я предполагаю, это для все-таки для школьников. Удобно. Иди сюда, смотри. Здесь нет регулировок по спине, он не гуляет. Он но жестко но держит я смотрю, спину. Есть какая-то регулировка, не знаю почему, вот кранчик нажми вот этот, да. Это вверх-вниз, да? А спереди нет ничего? Нет. Так, я тут собезьянничала с микрофоном. В общем, мне... выключил его. Мне понравилось. Во-первых, смотри, оно очень лаконично смотрится за счет вот этой отстрочки. Его можно поставить в гостиную, то есть это будет и такое рабочее место, и при этом интересное кресло. Не крутит, ну, крутится, но не будете кататься по полу. Просто у детей есть такой момент. Ну, мне понравилось. Что-то такое новое, необычное. Ценник 5500. Пойдем еще бежевый такой покажем. Но серый цвет более удачный, смотрю. Да, серый цвет лучше смотрится за счет светлой отстрочки. Оно более активное. Ну, это какой-то такой немножечко не совсем удачный цвет. Он не совсем бежевый. Ты покажешь поближе? Здесь такая точечка вкрапления, уходящая в белизну. И за счет этого кажется как будто бы грязновато. Поэтому если брать, то серое. Но стульчик прям путевый. Так, скруфста. В белой коже яйцо появилось. Пойдем покажем.
Вот оно, 8999. Скруфта сейчас в двух исполнениях, с колесиками и без колесиков, поэтому решайте сами, но они крутящиеся. Как мы уже говорили, у нас есть дома черная скруфта, ей уже лет 8, она уже облезла, но до сих пор жива и невредима. Вообще, пройдись вот так вот. Все-таки более-менее появляется выбор, хотя бы потихоньку к нам кресла возвращаются, да? Единственная радость. Ну ладно уж, ну не только почему это. Почему я это говорю? Потому что скоро ждать обзор антитовары Келли. Или еще говорится это, не покупайте это. Так, смотри, ребят, Арфьели потихоньку приходят. Потому что знаю, что многие вот за этими креслами гоняются. Имейте в виду, их разбирают очень быстро. То есть они как приходят, так и быстро убегают. Иди сюда. Я уже тут. Хауга, письменный стол. Дима, угадай, пожалуйста, что это такое? Ну, это, наверное, выдвижная щель. Это просто вот такая штучка, которая закрывает. Ну, в общем, смотри, в чем фишка. Как таковых ящиков нет. То есть есть отделения. Угу. Глубокие, зараза. Ну, до конца, я предполагаю. Да, прям вот до конца. Это не выдвигается, просто закрывается. То есть, если я сложила бумаги... Так, посмотри, пожалуйста, самый низ столика, нижней части. Есть ли выход под провода? Да, вот, дырка. Потому что есть отверстие, да, вот. Слушай, ну я не знаю, стол чудной, потому что вот документы какие-то, что-то достать оттуда на грани фантастики. Работа вот, ноутбук идеально. Смотри, Дим, вот мужская рука уже не залезет. Это столик для ноутбука работает. Ноутбука? Очень удобно. И спрятать провода, бумажки под столью. Очень идеально. Как обычно, наши мнения не сошлись. Не, я бы вот себе купил для работы на ноутбуке. Не более. Не знаю, для меня спорный стол, стоит он 7 тысяч, есть еще в сером цвете. По исполнению, самые слабые места столов в металле, они внизу, то есть все это хорошо. Здесь у нас резиновые наконечники, все бесшумно. Ну, мне как бы неудобно, потому что я человек бумажек. Мне надо. Как раз тебе бумажки, и туда и будет складываться. А как их оттуда доставать-то? Бумажки как положил, там. Так и достал. Вот, неудобно доставать. Как я всегда говорю, в отдел кухни в нижнем не пробиться. Значит, два новых фасада, которые заслуживают вашего внимания, потому что знаю, что очень многие ждали вот такие фасады, такую полоску. Это линейка Halslarp. Вот ценники. Дим, покажи, пожалуйста. Она очень лаконично, интересно смотрится, специфично. Вот эта полоска, она неоднородная. И, кстати, у кого уже есть, кто уже успел цапнуть, делитесь, как вам. И еще одна такая, ну, относительная новинка, но они, кстати, очень хорошо будут между собой даже сочетаться, низ сверху. Синарп. Обратите внимание еще на нее. Но здесь идет перекликание именно в темном оттенке, но разные фактуры. В принципе, дизайнеры сейчас такое допускают, такое сочетание. Пойдем дальше. Кстати, более крепкие ящики. Ну, поэтому... И стоит 25 тысяч. Да. Мы также холодильник покупали. Ну что? Ребят, классический базовый холодильник для российских квартир. Недисад. 2 года гарантии. То есть вот он базовый-базовый. Морозилка 85, а холодильная камера 233 литра. А класс А 25 тысяч. Энергосбережение. Энергосбережение. Да, как обычно не договорила. 25 тысяч. 25? Да, 25. База, 3 полки, подставка под яички. Разделители. Почему я обратила внимание? Дим, подойди, пожалуйста. У нас подобного размера холодильник Атлант. Вот все то же самое. Но вот эти пластиковые ящики такие хрупкие, что за 2 года они просто ухайдакались в никуда. Особенно морозильные ящики. Морозильные, да. Вот эти еще живы, более-менее можно пользоваться. Но морозилка все, то есть она практически пришла уже в негодность. То есть здесь то же самое, те же 3 ящика, но здесь более плотного, хорошего качества пластик. Плюс я точно знаю, что если у меня за это время вот здесь что-то поломалось, Икея мне в любом случае поможет. А Атлант мне сказал, сорян, это ваши проблемы, вы неправильно эксплуатировали. И где искать замену, только сам Бог знает. Вот. Поэтому здесь обратите внимание. Я знаю, что многие ищут обычные, ненавороченные холодильники. Хотя, кстати, вот если базовый серый, например, 30 тысяч, вполне адекватный ценник. Ну, тут мы задерживаться не будем. Мы, да, скорее всего, когда-нибудь обзорчик запилим. По этому поводу. Дим подготовится. Ну, да. Я же не люблю технику. А кто ее любит? Ты. Ну, да.
наконец-то нас услышали, к нам начали возвращаться мягкие табуреты. То, что особенно нужно девочкам в качестве туалетных столиков. Так, под туалетные столики. Там далеко более спрятано. Табурет называется Закариас. Каркас стоит 3000, и чехол, главное, что он съемный, стоит 700 рублей. Это серый цвет. И есть еще точно такой же, но с белым чехлом. Смотрится оба красиво. Хороший такой полиуретанчик. Ну, вот именно для туалетного столика и для прочих таких нужд, куда-то присесть, сесть, мне нравится. Давно пора, они же пропадали, их нам обратно вернули. Сейчас пойдем покажем новые стулья. Но новые стулья такие новинки-старинки. То есть к стульчикам, например, ингольф, барным стульям ингольф. Подобавляли теперь мягкие части. Некоторые мы вам уже показывали, сейчас допокажем остатки. Эгельстат, стульчики помимо черных, теперь есть еще и белые, но мы к ним вернемся в следующем обзоре в товарах, которые с браком за последние несколько месяцев. Моментов много по ним возникает. О чем я тебе хотела, про что я сейчас говорила, то есть Экеделин теперь есть во всех цветах с мягкой частью, ингольфы точно так же есть во всех цветах с мягкой частью, и барники стали появляться. Пойдем просто пройдемся, покажем. Потому что я знаю, что для многих это болевая. В каком плане? Люди не любят, я тоже, честно, не люблю вот эти съезжающие подушки. То есть, либо стул, вот как, например, Лехарм. Кстати, эту новинку очень давно ждали из Европы. Россия ее категорически отказывалась. Не знаю, по какой причине переводить, посмотрим, кто делал. Польша. Давай, раз уж перевернула. Вот так все видно. Значит, это стульчик Лерхам, морилка антик, обивка виторит бежевый. Стоит 3500, массив сосны. Значит, чехол теоретически снять, ну, можно, но придется стул разбирать. Имейте, пожалуйста, это в виду. А так это классический цвет морилка, который практически, ну, к любому столу в таком цвете подходит. Чем Лерхам хороши? Видишь? Не ровная палка, а именно обтекаемый, то, что удобно будет под спиной. Мечта наша стоит. Меня огорчает еще один момент. Чего? Нет папа-стула в Нижнем. Нет папа-стула. Новосиб, делись. В Новосибе есть папа-стул, в Нижнем папа-стула нет пока. Ну, будет. Дай бог придет. Кто недавно, наверное, подписался на наш канал, даже не понимает, о чем речь идет, да? Да. Что за папа-стул? А посмотрите обзоры по Турции. У нас есть в Икее Стамбул. Вот там есть такой шикарный мужской стол. Так, раздвижной стул. Странд Торп. Со Страдмоном не путайте. 25 тысяч. Есть еще в белом цвете. Что мне нравится у него? Округлые края. Клиенты уже наши саранские покупали довольны. Я, с вашего позволения, присяду. Значит, здесь ДСП, дубовый шпон и морилка. Боковая обвязка сталь, ножка, кронштейн сталь. То есть ноги металл, мы уже белый, кстати, такой показывали. Ребята, эксплуатируется на ура. Но, сами понимаете, ножом не режем столы, тогда они будут жить долго. Дим, покажи, пожалуйста, вот Экеделин барник стоит черный с обивочкой. На барные стулья вообще... очень это актуально, именно чтобы он был мягенький. Потому что, когда на барный стул кладут подушку, ты же высоко залазишь, он начинает через под попу уезжать. Вот эти стульчики востребованы, соответственно, у мастеров красоты. Когда нужно клиента посадить, зафиксировать, и чтобы он не ерзал. Тогда привязывайте его. Если клиентку привязать, она больше к тебе не придет. 50 на 50. Нет. Я, как обычно, что-то нашла, как Дима говорит. Что еще нашла? Сейчас филологи набегут. Что-то нет такого. Есть, у меня есть. А еще есть слово «жиблый». Так, значит, смотри. Здесь у нас чехол изголовья шифтебу темно-серый. А в одном из обзоров по зиме мы показывали шифтебу бежевый на односпалке. Теперь появились серые на большие кровати. Из минусов. Дима, иди сюда. А я хотел с другой стороны. Хватит бегать, иди сюда. Бегу, бегу. Видишь, сколько пустоты? Еще раз.
Ну, то потому что я наверх привод подняла. А я его не могу натянуть, он обратно ползет. Вот если маленький сидит гораздо жестче и плотнее, то большой, зараза, гуляет. И еще такой момент. Если у вас кровать стоит не у стены, что там опять? То данный вариант вам не подходит. Потому что он стрёмненький. Но он сочетается с креслом Страдмон, он сочетается с диваном. Ой. Термосопли решают все. Пошли. Так, новосибирская кровать стоит. Кстати, давай задник мы же не смогли там показать. Да, мы же в Новосибирске задник-то ее не показывали. Это одна из новинок, по которой страдали многие. Это мягкая, красивущая кровать. Сейчас название скажу, убейте, не помню. Ей в пару есть кресло-диванчик. Это у нас кровать Тюмфьорд с обивкой Гунаред в синем цвете. То есть вот ее интерьерно поставить можно, она будет очень красиво смотреться. Огонь. Огонь? Огонь. Пошли, огонь. Это не новинка и не новинка-старинка, а как вариант, стоит все-таки вам это увидеть. Да, пойдем. Это комод, сочетание серии Обхус и Фонес. То есть это стандартный Обхус с ящиками и фасадами. И сюда еще добавили очень наши любимые Leadhead кожаные ручки. И получился вот такой комод. К чему это? Когда вы не можете подобрать комод по вашим размерам, покопайтесь в серии Обхус, либо покопайтесь в серии Беста. Всегда можно сделать под себя. Да, это, возможно, будет чуть дороже. Но хотя 10-100 за такую комбинацию с кожаными ручками, я считаю, что очень адекватно. Только наш острый взгляд может заметить новинку в неновинке. А, значит, смотрите, письменный стол Смагёра. Смогли. Смогли. 3999, 93 на 51, 3000 рублей. В принципе, это, ну, фактически альтернатива Мики. Нет никаких ящиков. Но насколько он изящный, насколько он девочковый. То есть у него вот эти именно красивые выпилы. И... А там вешалка внутренняя, это комплект? Это отдельно. Думаешь? Уверена, сейчас мы даже посмотрим. Да, отдельно. Но видишь, как показано, то есть он довольно-таки широкий, да, можно спрятать рюкзак. Поэтому кому... Возможно, я просто сейчас на это обращаю внимание, потому что Алене в первый класс идти в этом году. Да. До этого не обратила бы, может быть. Так, не выключай камеру, сразу пойдем в детскую серию. Кстати, детская серия наконец-то более-менее полная. Очень много товаров, которые пропадали и вернулись обратно. Флисад, кто страдал по этим столам, они вернулись. Очень удобно и растут вместе с ребенком. Эта серия была много лет назад. Ее вернули в ассортимент. Серия LED. Стоит 2999. Это стол и два стульчика. Они очень легкие. Здесь фанера. И массив. Сосна, бук, дуб. Бук еще скажи. Бук. Сосна. Угу. Да ладно, ревизор, пошли. Приехала. Ага, да понаехали тут. С Новосибирска. Что потом мы заметили такое? И что выражение лица скосилось, да? Ну да. Так, в общем, это сумочка для аксессуаров, стоит 200 рублей. Замочек, в принципе, неплохой, внутренний, промыкать сильно не должна. Размерчик маленький, 16 на 11. Еще есть темно-серый цвет, здесь пока не представлен. И еще вот что мы нарыли. Вот такую сумку дорожную за 2000, 16 литров, 28, 12 на 14. Whirl Dance, 1899. Ну что, Юрьевич, будешь смотреть? За что два российских рубля-то просят? Ну, во-первых, давай начнем с этого. Так, окей, это можно использовать как рюкзак. Соответственно, можно повесить на чемодан. Так, ручка раз, ручка два. Ручка, а, вот для чемодана, потому что на плечо это, хотя, в принципе, тоже можно. Так, давай смотреть, что здесь. Карман раз. Здесь не карманы, а такие обмашки. Вовнутри. Ой, слушай, а вовнутри много чего интересного.
Ты как-нибудь сюда подлезешь? Подожди, но эта сумка даже для ноутбука подойдет. Как раз зарядка, мышка и ноутбук. Ну и пару комнат. Да. Иди как сюда. Как ты думаешь по этому поводу, да? Смотри, еще 15-дюймовый ноутбук прям залезет сюда. Вот, большой. Ну, даже большой 17 можно залезть. Большой карман. Ну, да, да, я вижу. Два маленьких. И тут она как бы немножечко, как будто укреплена даже такой мякишкой. Там специально сюда такой прослойчик. То есть, в принципе, можно. Так что зря я шибко выпендривал. Пойдет, годная штука. Смотри, что еще нашла. Водонепроницаемая сумка, 150 рублей. Девочки, обратите внимание, кто ходит в бассейны, кто собирается на отдых. Штучка очень важная. 150 рублей. Она довольно-таки большая. И при этом вы можете на любой объем ее свернуть и закрыть. Подписчики много задают вопросы по поводу последних серий влога IKEA Новосибирска, по поводу какой фирмы чемодан? Мы используем чемоданы. Вот логотипчик сбоку. Читайте, вот. Смотрите. Этот чемоданчик мы там купили, кстати, по рекомендации. У них есть интернет-магазин, но офлайн-магазины только в Сибири. Кстати, не только в Сибири, ребята. Татьяна Павловна вас обманывает. Я погуглил эту тему. Ее можно свободно заказать на Озоне и на Валберрисе. А цена? Цена демократичная. Не сильно большая разница по цене. Ну, в среднем, наверное, 100 рублей оценочка. Так, мне вот эту штуку от цены надо. Магазина. Мне вот эту штуку надо. Поэтому, если есть возможность, заказывайте через Озон. И поэтому идем смотреть новинки дальше. Блин, что же я других-то все время рекламирую? Да, не себя. Да. Это хоть и не новинка, но сковорода стека теперь стала упакована в индивидуальную пленку. А знаешь почему? Почему? Потому что царапались. Потому что царапались они. И важно... очень много было брака. Да. И все-таки это надоело смотреть, они взяли и решили сделать упаковку. Надо было сразу так с этого начинать. Надо было. Но это неинтересно. Ты знаешь, я заметила такую интересную тенденцию. Стоит нам только снять какой-нибудь обзор по какой-нибудь определенной серии, как она расширяется. Мы снимали пару месяцев назад кастрюли, теперь кастрюли попкой кушай. Но главная серия IKEA 365, мои любимые кастрюли, теперь есть в полном объеме все размеры. От базовой 3-литровой, очень удобной, но с очень тяжелой стеклянной крышкой, которая легко бьется, до наборов посуды IKEA 365. Я просто помню, как за этими наборами гонялись наши клиенты. 5 лет гарантии, сковорода в комплекте. Я даже по сей день помню, что как минимум раз в неделю по 5 комплектов этой посуды вы возили. Да. Сейчас она, конечно, за разу стоит 5600, раньше был другой ценник, но в комплекте у нас сковорода, в комплекте у нас ковш и в комплекте 5-литровая кастрюля, ковшик на 2 литра. В общем, кто давно страдал, набор есть, плюс можно дополнить всеми кастрюлями. 5-литрушкой, 10-литрушкой. Нет, 5-литрушку восстанут, 10-литрушкой, 3-литрушкой. И будет полный набор посуды для готовки дома. Больше, в принципе, и не надо. Так. Вот это, кстати, тоже, хоть и не новинка, но, ребят, это дефицит. Эти половники вернулись недавно в ассортимент, их полностью выводили. IKEA 365 очень хороший вот этой резиновой ручкой, то есть классический половник. И вот этот, кстати, вот эта вещь, кстати, очень недооцененная, вам так скажу. Она вам мешает, препятствует. Вот, отлично, вот. Я ее беру для этого, заказов ее много, кстати, постоянно. А еще как мисочку берут? Просто многие проходят и не понимают, а для чего она нужна. Дима. Это баловство. Правда, Татьяна Павловна. Это, во-первых... 400 рупий. 100 рублей один. Нет. Дорого? Не стоит брать однозначно. Мы даже, кстати, ее в антитовар сразу несем, хотя ни разу нас это не заказывали. Во-первых, как повар говорил, ну что это такое? Ну почему она такая жиблая? Нет, она не должна так быть. И да. При том, дополню, что, ну ладно, пусть это будет жиблый, но у нее плоскость очень тоненькая. Она должна как-нибудь быть шире. Чтобы мясо, мясо на ней было зафиксировано и не прокручивалось. И не отваливалось. Да, ну и дополню, слишком длина маловато будет. Короче, баловство. Эх, хрень. Так, а из этой же серии... Гриль Тидер. Каждый год она обновляется. Это линейка, набор из аксессуаров для гриля. Щипцы, лопатка и вилка.
по ту сторону монитора скажет, а что вы хотели за 500 рублей? Ну, не знаю, но, по крайней мере, не такое гнущееся. Вот так вот мясо переворачивать будет, надо что-то аккуратно. Это. Лучше вот, вот. Ну, кстати, да. Даже вот этот сплав другой, хоть и не тоньше, но он более эластичный. В общем, ребят, как всегда, выбираем с умом, голову включаем. Не все это золото, что разложено. Чё-чё-чё? Есть такая одна сетевая компания, которая продает тряпочки. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что это такое. Икея тоже теперь продает тряпочки. Кстати, знаете, вот что? Я не знаю, девочки, как у вас, я думаю, мальчикам это вообще не актуально. Я микрофибру не люблю. Знаете почему? Пальчики зацепаются. И мне прям вот это... Вот так. Аналогично и у меня такое же ощущение, да? Да. Но среди этого недостатка есть много преимуществ. Это я оценил, когда мой автомобиль, особенно пластиковую часть, торпеда, дверные карты и низ пороги, этот вид тряпочки хорошо очень хорошо очищает грязь. И пластик становится как новый. Можно я продолжу? Продолжай. Кто ему дал звук? Когда-то. 149 рублей, три тряпочки, 28 на 28. Чем понравилось мне? Во-первых, смотри, первая зеленая тряпочка вот с такой вот как бы спиралькой. Дальше здесь хороший плотный слой для вытирания. Убирать разводы. У меня не цепляются пальцы. Здесь классическая микрофибра, но у меня за нее тоже не так цепляются пальцы, как обычно. Она двухсторонняя. И точно такая же розовая тряпочка. Кто уже использовал, расскажите. Потому что я возьму только сегодня, а потестить получится не скоро. Возьмет сегодня, и папа попробует на автомойке. Так, это мы уже показывали. Пошли, дальше, пошли, 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 пошли. Да, да, да. Ватенданс. Салфетка бумажная в коробке, 99 рублей. Кстати, Нижний Новгород, вот ценки по 50 рублей лежат только другого цвета. Вот такие. Нет, еще другого. Чем удобно, то есть это базовая салфетка, чем удобно, вам не нужна салфетница. Все внутри, никуда не разваливается. Особенно любят покупать на какие-то выездные мероприятия. Так, я пошла дальше искать. Скатерть InBuden. И салфеточки InBuden. Салфеточка InBuden. Две штучки за 199 рублей. Смотри, какая прикольная, как косыночка, да? Ой, слушайте, правда, можно как банданку использовать или как косынку. Размер 45 на 45. И скатерть. А белый-зеленый, очень красивый горошек. Сейчас еще одну покажу, новую скатерть. Хлопок 145 на 2,40. Вот он, классический икеевский такой зеленушка. А дальше скатерти. Кстати, много новых появилось. Это Somardreom, то есть относим к летней линейке. Я помню, летняя линейка в этом году с присутствием голубого. 145 на 2,40. Хлопок. Ну, такой вот грубый, да, хлопок, как небеленый. Да. На мешковинку очень похож. И вот такие полосочки. В принципе, из антуражности больше ничего нет. Дальше. Warfint тоже стоит 1200. Хлопковая скатерть. Размер 145 на 2,40. И вот такие вот полуодуванчики. Чешуйки. И Somardreom. 699 рублей, 145 на 145, квадратная скатерть. Да, она такая довольно-таки тоненькая, но для обновления интерьера вполне можно применить. Что-то я еще должна была здесь в этом отделе увидеть. Я же заранее сайт смотрю. Отзывы сейчас у наших менеджеров спрашиваю, клиентов обзваниваю, кто новинки берет. Новосибирск, вот вы жаловались, что у вас ни звезды нету. У нас даже половины тех новинок нет, которые мы у вас в мае видели. Вот так. Так нечестно. Поехали обратно. Так, новый чехольчик. Можно сказать, один из долгожданных, потому что очень актуальный сейчас цвет. И он очень уютный и домашний. Зараз, правда, дорогой, 999 рублей. А здесь шиниловая ткань, вот это верхнее покрытие, как будто бархатное. Вообще это все из хлопка, просто такая именно выделка. И обратная сторона вот такой вот грязновато-голубой цвет. Можно сочетать с серией гурли, очень хорошо будет смотреться, но вот этот чехол должен быть тогда основным. То есть он мягкий, он очень нежный, и для тех, кто вот как я не любит колючки, он очень понравится. А еще смотри, он как будто бы немножко переходом, да? От темно-синего к более светлому. Только настроишься, оно от кабера уводит. Видно.
Тебо зимой, ты какой глёздный. Тролл мал. 299 рублей. Знаю, почему не висит на чехле новинка, потому что, возможно, уже должен был давно появиться, а появился только... Где он? Вот. Так бабушкин, да? Да не знаю. Не понял, муж прикола. Еще пока не бабушкин. Не бабушкин? Нет. И еще вот такой чехол как на посмотри. Подушку, не окрашенный сиреневый, ну, вот так, вот. А вообще, это Локальт, определенная серия, но у нас она не представлена в общей коллекции, поэтому мы будем вам ее выдергивать. 799 рублей. Здесь такой вот плотненький, ворсистый петля, полусердечко, как угодно бублик. Называйте. Бублик, кто-то обедать хочет, да? На замочке. Сделано у нас это дело в Индии. Шерсть, ручная работа, шерсти 70, хлопка 30. Скажи, прикольный бублик. Да, хороший. И упакован. Мы это, с тобой с полной машины отсюда уедем, да? Я образно говорю, не надо образно, так это не, я впрямую все сказал, беру. А, так, помнишь, говорила про голубую подушку, да? Виде спинары. То же самое, переход от практически белого к темно-бежевому. Ткань такая же. Маска свалилась. Скатерть смотрели? Инбьюден должен появиться чехол. Давно. С весны, зараза, висит. С табличкой скоро появится. Так, Санеллу мы вам показывали. Хильда Мария. 299 рублей. Оранжево-коричневый, кирпичный. Вот он. Ну вот что, нельзя их высыпать-то? Как нам вот их смотреть-то, людям-то? Два оттенка, оранжевый и коричневый. Это тоже новинка из очень такого довольно-таки тоненького полотна. Похоже, что покрывал индиру. Он тоньше, во-первых. И сейчас покрывал не то. Хотя хлопок. Нет, смотри, намного тоньше. А ну, так сам, сам рельеф рисунок. Рельеф, да, под вафельное полотенце. Но. Дима, иди сюда. Я вижу тебя. Как ты учишься? Вот она, клеточка, довольно-таки тоненькая ткань. Бюджетно, 200 рублей. В принципе, один из самых, наверное, бюджетных чехлов сейчас. Вообще ощущение, как будто не на хлопке, а на синтетике. Хотя состав заявлен хлопок. Вот эту новинку ждали еще зимой. И она только сейчас в полноценном объеме появилась. Травка. А крюд буски 50 на 50. Полиэстер. Именно прям вот травка, барашек такая, овечка. Вот вязаный, смотри, как это пачкорка делает. Вот эти? Угу. Пачворка. Пачворка. Только это не пачворка, это вязаный. Пачворка — это кусочки. Ты к чему? Ну пусть будет так. Это не новинка, они давно, и они уже давно в ассортименте, зеленый. Подожди, смотри. Пачкорка — это такой специальный, такой это из синтетической веревочки делается браслет. Да? Да. Я знаю пачкорку, вот из таких кусочков. Это почему? Да, просто есть такая вот плетенка, такая типа плетенка. Короче, этот. Скажите, как называется? Сейчас погуглю. Кто знает, да? Погуглите. А то мы-то уже не погуглим, мы же снимаем. Дима имеет в виду вот эти чехлы. Сёд Хольмен. 1299. Ну, не знаю, я знаю, что клиенты брали. Довольно не очень, потому что плохо аттестируются. Пошел гуглить. Я догадался. Иди сюда, Google. Так, Валик. Google. Валик Локальт. Как я говорила, Локальт будем снимать по частям. Хотя я прям мечтала снять ее как полноценную серию. Тоже Индия, тоже ручная работа. Ты мне вообще снимаешь? А, это интернет-кабель. Я перебью. Ладно, я это вырежу. А вы еще иногда удивляетесь. Нет, не надо вырезать. Вы иногда удивляетесь, почему я Диме говорю. Дима, может быть, я буду говорить? Давай. Так, Локальт, Валик. Стоит 1499. Хлопок и шерсть.
Хлопка 25%, шерсти 75%. Ручная работа. Колючий. Имейте, пожалуйста, это в виду. Раз уж мы далеко не убежали, Дима, иди сюда. Эбатиль, да? Вот, который мы оранжевый смотрели, есть еще голубой. Согласись, в синем цвете смотрится поприличнее. Угу. Что там делать? Я все-таки добью до конца. Может, ты пичворк имеешь в виду все-таки? У-у. Дальше смотри, к нам вернулась вот эта штучка. Она была новинкой, заявлена давно, но в продаже ее в Нижнем долго не было. Это многофункциональная подушка. Стоит 1299. В чем прикол данной подушки? Омтенксам 1300. 1299. То есть ее можно свернуть под голову, под ноги, положить, в общем, куда хочешь. Поэтому она называется многофункциональная. По факту здесь 4 камеры, просто простегнутые и наполненные. Паракорд. Паракорд? Паракорд. Паракорд? Да. Делается браслет для выживальщиков из нитки такой специальной, синтетической. Это называется нитка паракорд. А я печу пачкорд. Пачкорд. Вот так весело и живем. Да. Услышал звон, не понял, где он. Пойдем дальше снимать. Звенящий ты мой. Появилась новая нежнятина, это шторы Лен, да, в розовом цвете, светло-розовый. Причем, знаете, такой розовый с нежным оттенком фиолетового. Ну, вот я вижу по мониторочку маленькому, очень идет сильный обман по цвету из-за того, что тут софит прям светит очень ярко. Ну, фактически, это нежно-розовый с легким налетом фиолетового. Угу. Да? Ну, так-то да. Ближе к сирене. Посмотрим на монтажке, как получится. Дальше. А затемняющие гардины, комплект из двух штук стандартно, 145 на 3, Эльд. Торн. У меня еще голос, кстати, не до конца восстановился. 4000. Вот такая вот юбочка плиссе. Цвет красивый, такой нежный, бархатистый. Я все смотрю, подглядеть, не подглядишь. Меня видно? Нет. Да, кстати, блэкаут. Из-за того, что очень легкие, тонкие. И пока это не переехали, можно в детскую взять. Не надо, хватит. За коврик нужен. Аллерслев появился в новом шикарнейшем просто цвете. Я в восторге. Цвет очень красивый, очень благородно смотрится. Вообще Аллерслев все-таки это бюджетная, довольно-таки очень бюджетная серия. При этом она классно эксплуатируется. И вот этот цвет смотрится гораздо дороже, чем стоит сам коврик. Цена начинается от 600 рублей. Размеры все те же. Начинается 57 на 120, потом 133. 95 и дальше поехали. Но все размеры вот в этом цвете есть. И главное, на нем будет очень-очень не видно мусор. Для детских рекомендую от души. А еще его можно химчистить керхером просто на заборе. А еще можно сделать небольшую мозаику. Из маленьких ковриков сделать большую. Можно. Тоже можно. Потому что цветов полно. Ой, смотри. Но вот этот, согласись, уже цвет попроще смотрится, да? Да нет, он такой же насыщенный. Ну, тоже интересный. Здесь они, причем аллерслевы, сейчас неоднородные по оттенку. Дим, видно? То есть идет, нитка идет переходом. Местами бледно-розовая, ну, такая светло-розовая ближе к темному. И наоборот, от темного к светлому. За счет этого получается такой вот микс. Чего? Ну, разные здесь по оттенку, не видишь? Ладно, мальчики не заморачиваются по этому поводу. Девочкам так виднее, да? Да. Вы же заморачиваетесь, какого цвета у вас тряпочка для мытья машины? Нет. Я ради эффекта только использую. Убрали. Убрали позорище. Аллилуйя. Ура, ура. Пойдем, может, тогда все-таки в малом ограниченном количестве вот в этой части выставки будет. Нет. Нет. Наконец-то. Нашими молитвами убрали это позорище. Кто знает, про какое позорище мы говорим? Синего цвета. Смотри, Татьяна Павловна. Павловна Татьяна. Ай! Расскажите про этот коврик. Так, это предверный коврик до дома. Ставребю. Очень красивый, именно плетеный косами. Это у нас ручная работа. Кокосовая пальма. И резинка. И резинка, да. Сыпятся они сильно, имейте в виду, очень колючие. Но вот этот коврик очень популярен у наших клиентов, потому что он необычен. Огонь. Ой, как пирожок там. Главное слово сегодняшнего дня. Ай! Спокойствие. Матом нельзя ругаться в Ютубе, да? Можно, только один раз.
Вален Свет. 599 рублей. То же самое, кокос. Но он уже плотный, склеенный. И сыпаться будет меньше. Да, прессованный. Но вот это будет потом со временем сыпаться. Я лучше вот такой возьму. Блин, какой колючий. Я? Не ты. Это продолжение подушки, да? Стеклянная подушка. Да, это серия Локальт. Я как про что тебе говорила, я очень надеялась. Ну, я очень надеялась, что ее IKEA выложит отдельной серии. Она достойна, это ручная работа. И очень бюджетно вообще стоит. Огромный ковер, 1,70 на 2,40. Да. С такими классными выступами. Ну что я должна сделать? Ну хоть вот этот кусок покажи. Жопу покажи. Дима. В общем, смотри, видишь здесь сколько всяких островков разного цвета. Но они, заразу, взяли и спрятали. Ну что попу-то показывать? Некрасивая. Некрасивая попа. Это шерсть ручной работы и хлопок. Ты сказал, что почем? 16 тысяч. Обалдеть. Ну, за такой ковер недорого. Пойдем. Нет, не уйдем. Дальше пойдем. Ни камеру не выключай. Кто ищет универсальные ковры, пожалуйста. Алерслеп в таком классическом светло-сером цвете. Пожалуйста, он ваш. Из плюсов Алерслева у него не загибается край за счет того, что он оверложен. Имейте это в виду. Так, мы еще не уходим из ковров. Очень много нового вам. То, что мы вам еще не показывали. У Лангистеда появился новый цвет, красивый, переходами. Голубой с белыми вкраплениями. Лангистед мы снимали в кабинете психолога, можете посмотреть детально. Наташа делилась своим мнением, и, как она говорит, он просто неубиваемый. Так, все, от ковров я отстала. Витк Левер. Очень радует, что IKEA наконец-то стала опять возвращать сканди рисунки. То есть не только, да, какие-то цветочки, листочки, но и при этом лаконичные формы. Вот здесь у нас квадрат. А состав хлопок и вискоза, при этом за счет небольшого добавления искусственной нити шелковой, здесь появляется гладкость. Ну, не такая, конечно, как у лиоцельного белья, но тем не менее, хороший рисунок, и по эксплуатационному будет тоже хорошо себя вести. А дальше. Это такой подростковый комплект постельного белья, но вы почему-то решили определить его взрослый. Тоже хлопок и вискоза. За счет этого износостойкость повышается, и ценник IKEA может удержать. Поэтому не пугайтесь, увы, но теперь у нас уже потихоньку 100% икеевского хлопка будет меньше и меньше становиться. Так, еще один комплект. Спорт слик, орнамент, велосипеды. Тоже хлопок и тоже вискоза. Прикольные велики. А наволочка, видишь, белая с великом одним. А, вот он. Только эти виды, к сожалению. Давайте на картинке покажем. И раз уж мы здесь, в детском его почему-то не было, но тут он есть. Вот он, новая постелька из хлопка и лиоцела. 50 хлопок, 50 лиоцел. Стоит 2000. Динозавры все подписаны. Можно заодно изучать. Вот так это упаковано. А, и вот как постелька выглядит. Здесь большой динозавр. С обратной стороны все в лапах. И много-много динозавриков. Все эти динозаврики в виде игрушек есть в детском отделе. Кстати, Двала фиолетовый. Сейчас мы ее покажем на стенде. Стала наконец-то появляться. Двала все еще хлопковая, без вискозной нити. 799 рублей, стоит размер 1,60 на 2. Кому надоели такие базовые цвета, можно добавить чего-то яркого. Новый цвет серии Гадмаргон. Вы хотите такую ванну? Мне нравится. Причем смотри, какая необычная форма появилась, да? Такого воздушного ящика. Можно вообще без ног даже использовать. А мне вот последняя ванна понравилась, которую мы были, это Новосибирский, Домино. Очень понравилось. Смотри, какое классное, на самом деле, сочетание. То есть у Гадмаргона появились новые цвета шкафчиков. Это раз. Появился открытый вот такой шкаф темно-серый, который можно скомпоновать.
А дальше шкаф под раковину с одним ящиком большой за 7500. Фасад называется Гильбурен темно-серый. И при этом он очень классно сочетается с бамбуковыми аксессуарами. Столешница Толкин. И дальше уже пошли все, да, Драганы, Рогрунды, то есть все бамбуковые аксессуары, которые между собой, в принципе, сочетаются. Классический гадмаргон новый, классического цвета, мы вам уже показывали, вспоминайте, в каком обзоре. Но здесь стоит новинка. Это набор для ванны, три предмета за 899 рублей. Твольсшон. Твольсшон у нас из каменной керамики, поэтому с ним очень аккуратно. Можете просто разбить. Хрупкий. Посмотрим. Дозатор, подставочка и стаканчик для щеток. Красиво, лаконично смотрится. Сделан в Китае, но непонятно, как будет эксплуатироваться. Наши клиенты пока побаиваются из-за того, что керамика. Принюхивается. Принюхивается, точно. Принюхивается. Коврики Альм-Йерн, на которых появляются козьи тропы. Со временем. Но их многие берут даже не в туалет, не в ванну, а возле кровати. Теперь у нас пока три цвета. Белый, такой кофейно-коричневый и черный. И главное, что стали появляться коврики, Дим, я икаю, коврики для унитаза. Как необычно тебя слушать, икающий. Коврики для унитаза. Давайте посмотрим. Коврики для унитаза. Ну... Блин, и пропало кто-то, да, сразу? От страха. Я боюсь говорить. Да можно. А Ганшон. Тоже керамика. 2000. Здесь стакан, он большего размера. Такой софт-тач. Дозатор. И подставочка. Мы отсюда не убегаем, мы сюда надолго, потому что очень много нового появилось. Лилашон серия. Здесь у нас держатель для туалетной бумаги с крышечкой деревянненькой, палочкой железненькой. Палочку. Эта палочка в ближайшие полгода точно потеряется. Честно, да. Что-то я не знаю. Не вижу надежности в этой конструкции. И крышка куда-то бежит потом. Так, все, прекращение. А, навесная полка с пятью крючками 549 рублей. В принципе, интересная штучка, можно не только в ванной использовать, да? Я даже подвесить не могу. Почему? Ну, это слишком палка большая. Ну, видно крючки-то? Да, крючки. А то могу снять. У меня сверху интересно, там что есть. Дырка. Рука у меня вот насквозь. И здесь просто полочка с бортиком, с маленьким. Дальше из этой серии Лилашон есть крючки, две штуки. Верхушка деревянная, как полочка у держателя, массив березы и металлическое основание. Не очень удобно расположено. Вот такие мешочки для стирки, 99 рублей. Он сразу такой немножко неправильной формы. То есть какие-то, да, деликатные вещи в белом цвете совершенно спокойно можно применять. И есть еще старые мешки, про них помним. Пресса тоже неубиваемая. Но вот это мне чем понравилось, то, что он единичный. Если мне не хватает, я могу просто докупить, не покупая набора. А дальше вот такой мешок для белья на 100 литров. Пурингла. Стоит 1400. Сюда много можно напихать. Я даже представить боюсь. Это сколько же стиру-то, да? Ну, ты знаешь, наверное, все-таки учитывать давай европейские страны, где сложил и в прачку отнес. Возможно. А у нас можно использовать как мешок для игрушек. Так, друзья, перемещаемся в отдел света. Даже. Невлинге. Новый цвет, очень нежный, такой красиво-желтый. Софт-тач покрытие. Да, рекомендую деткам в качестве настольной лампы. Очень удобно, ребятишки любят. Дальше, смотри, вот эта новинка-старинка, это у нас Хорты, у нас у самих такая даже была. Хорты в таком красиво-голубом цвете. Чем Хорты хорошо, это настоящая змея. Крутится, вертится, шар голубой.
как тебе удобно. Единственный минус. Нельзя поменять светодиоды. Нельзя. Скажут, мы сегодня не Икею показываем, а ходим дурачимся. Так, пойдем еще покажем лампу. Снюбюар, серо-бирюзовый, керамика и серо-текстильный абажур. Ну, такая вот, как будто лампа-ваза. 3000 рупий. Все, сломал? Не, ну так было. Что-то грустная лампа какая-то. Мы нашли грустную лампу. На самом деле, я думаю, она здесь просто не затянута, потому что вряд ли она под таким углом. Лампа называется Finastar, 999 рублей. Вот это подпуск в ответ. Ну-ка. Что-то очень сомнительное крепление, Татьяна Павловна. Сама лампа-то красивая. Получается, она подверждена раскручиванию, вот эта часть нижняя. И делаешь угол наклон тот, который она тебе нужен. Вообще никакая прям вообще. Стоит 1000 рублей. Странно. Бум. Смотри, если ее сильно наклонить, да, как ты делал, она падает. Прикольно. Зато 1000 рублей. Зато 1000 рублей. Серия Локальт, волокно банана, корзина 999 рублей, такой вот неправильной формы, таким травяным пахнет. Дальше, поменьше размер, 20 сантиметров, 799 рублей, тоже серия Локальт. Я поэтому тебе говорила, очень хочу ее, хотела ее снять отдельно, ну классная прям такая. Дим тоже пошел нюхать. Дим пошел нюхать. Уже пылью пахнет. Не пылью пахнет, а растениями пахнет. Так. Улыбака. Да. Файл улыбака. Держака, бумага, улыбака. 49 рублей. Еба. Сейчас в последнее время с названием что-то не получается, окей. Да. Ну так смешно. Глазки, ротик. Обычная белая бумага, самая бюджетка. Имейте в виду, выйдет, придет в негодность довольно-таки быстро, но купить поржать можно. Да. Подешевело. К 8 пончикам в сахаре прилагается килограмм жира на боках. Так, подкладка, рисунок бежевый, прозрачный, 65/45, плуг, хест. Дима сказал, пойдем леоперды снимать. Ну, кому надоели белые? Будет интересно. Ну, она плотнее, кстати. Подожди. Там просто одно нехорошее слово написано из трех букв. Не надо, не надо. А в Новосибирске были иные слова. Какие? Мир. Мир? Да. Почему? А у нас в Нижнем Новгороде. Миру мир. Так, пойдем еще посмотрим вот эти сумочки. Так, это мы показывали дорожную. Смотри, есть еще вот такие разноцветные детские рюкзачки. 999 рублей. Розовый и синий. Слушай, довольно-таки тоже добротные. Они, смотри, прорезиненные. Внутри большой карман там под планшет, например, маленькие кармашки. Здесь под бутылку. Тут кармана нет. И здесь на молнии. Тоже для дороги. Повторюсь опять. Это... Слушай, а он не только детский. Смотри на спину. Эта сумочка предназначена для того, чтобы выйти на природу и поработать. Как раз взять бутылочку воды, ноутбук, подставку. Я хочу. Или что-то иное еще. Я хочу. Как раз все можно уместить. Можно. Бак с органайзером. Маленький. 149 рублей для комодов. Там внутри твой любимый этот.
Сотовый поликарбонат. Сотовый поликарбонат. Хотя нет, я не чувствую сотовый. Он. Я не чувствую сотовый. А, они же горизонт сделали. Так, хоккей-обанщик. И побольше. 349 рублей, 26, 34 на 18. Очень удобно в комоде разделять пространство, либо просто поставить, потому что выглядит он, в принципе, эстетично. Так, это уже... Ну, если у вас сломалась эта пластиковая штука, ее будет очень сильно. Дим, спасибо, что остановился. Очень просил один из подписчиков, не помню имени, к сожалению, показать большие ведра Мьёса. Он хотел уточнить. Поставь его на пол, и он увидит, как по отношению это ведро к себе будет выглядеть. Потому что на сайте непонятно, какая высота. Вроде размер есть, а вроде... Цвет темно-серый, 30 литров и красный. Единственное, что крышка бустера приходит в негодность. Крышка, ну, чуть-чуть легковатый металл. Хотя, если мы говорим про организацию, когда большое количество, например, каких-то бумажных отходов, вполне можно. 4000. Пойдем, пожалуйста, в этот, в отдел с животными. Там стукнул? Ну, пойдем. В параллель к детскому туннелю вы можете купить любимому животному туннель. Такой же, но... Игровой туннель для кошек. 499 рублей, даже с бантиком. Ну, прикольно. Остается вопрос, будет ли ваш кошак играть с ним? Да. Вот я... Вот на... Интересно, если бы он был большой, Витка бы полезла? Полезла бы. И превратилась бы в хот-дог. В хот-дог. Хот-дог. Еще он катается. Упакован, кстати, вот так. Мест на самом деле занимает мало. А, еще смотри, очень хорошо ребята сделали. Показали все домики для кошек, как это выглядит вот в объеме. Это стандартный. А, скажите, пожалуйста, подписчики, кто приобрел данный продукт, вообще животные ночуют там в этих или, отсеках? Или хозяева прячутся? Мне просто самому интересно, вот это, вообще животные воспринимают. Мне кажется, животные, Дима, ночуют, знаешь, где? На кровати. На кровати, на диване. Поэтому я и спрашиваю. Новые букеты, они, конечно, больше подходят для осени, но имейте в виду, я думаю, разберут быстро. 349 рублей. Смотрится очень эстетично. Если взять, например, три, то в высокую вазу, там телеги возят шумно, да? Да. То в высокой вазе это будет прям уже такой приличный букет. Да-да. 429 рублей. Здесь как будто бы камыши. Можно сочетать с предыдущим букетиком. Вообще вот эти вот штучки очень интересно, реалистично смотрятся. И в Нижнем Новгороде наконец-то обновили выставку с искусственными цветами. Она теперь очень в светлом месте. Красиво смотрится. Смотри, какие люпины. И уже сразу хочется их цапнуть. Кстати, а букетики... тюльпанами сейчас по акции. Имейте в виду. А, так, мы вам уже не показывали вот эти яички, и вы сказывали свое мнение по поводу них. А к яичкам добавились вот такие арочки за 849 рублей. Радуга. Вид с трект. А материал изготовления? Керамика. А то я знаю, что Икея может бетон продать. Дорого. Тридорого. Вот именно про это я рассказываю. Так, бетон, пошли еще покажем кустики. Ой, столько цветочков новых. Так, сухой букет. Вот такой жибленький, имейте, пожалуйста, в виду. Вот так выглядит жиблый. Да. Ну, на самом деле весь букет вот, не пугайтесь. Стоит 389 рублей, 112 сантиметров. Бегивенхед. Так, мы находимся как раз здесь. Это у нас... По-моему, гортензия или нет? Ну, раз мы тут так надолго остановились, то, наверное, требует это обновление обзора. Наверное, да, требует. Три новых цвета. Бордо. Такой бежево-зеленоватый. И довольно-таки красивый голубой. Но
чем где мне не нравится. Оттенки как подожженные. Выгоревшие. Выгоревшие, да. То есть если бы это было вот живое, как цветы выглядят, было бы красиво. А так вот такой пожухлый. Такое чувство, как будто он на подоконнике, на солнечной стороне пролежал все лето. Да, пожухлый. Смотри, что я нашла. Вот такое подвесное украшение. Здесь шарик. Стоит все это дело 429 рублей. Диме, как мужчине, непонятно, вообще... что ходить возле ваших денег. Вот единственное, мне понравился вот кувшин. Ты расскажешь про них? А что про них рассказывать? Они как водные лилии искусственные. Тогда пойдем дальше. Тогда пойдем. Ну, пойдем. А знаете, почему Дима из цветов убежал? Дам набежало. Много. Странное количество. Фонарь для формовой свечи. Топик. Что-то мне это напоминает. Что? Не, я не буду это чувство верующих оскорблять. А, это? Лампадку? Кадилу, как правильно. Кадилу? Ну, во-первых, это кривое. Я не знаю, как это... Ну, очень напоминает. Для меня как-то вот сомнительно. Вот для без... большого папа, большой кудилу. Дим, тебя же хейтеры съедят сейчас. Ну, на самом деле, я бы вот сделала, наверное, вот так. Вообще без них. Был бы интересный подсвечник. Но вот, вот эти вот нитки железные как-то вот не очень. Как ты думаешь, чем может пахнуть свечка, на которой изображены кошки? Кошками. Голубикой. А в чем связь? Ну, вообще, ягодки должны быть нарисованы, а не кисоньки. В общем, ароматическая свечка в стакане Mad Campe. Свежесобранная голубика синий. Я к тому, что вот поставь свечку с кисоньками, точно скажут, кисоньками пахнет. Так, мы с вами находимся в отделе оформления. В принципе, это последний отдел, который есть в Икее Нижний Новгород, потом уже склад. Смотри, какую штучку интересную я нашла. Гирлянда. Афорисмиск. 299 рублей. Слушай, интересная штучка. А что за, что за шапочки? Замудренный что-то предмет какой-то. Сухие растения. Не требуют вытирания. Пробка, что ли? Индия, да, сухие растения, шапочки. Да. Как этот, шаманский такой этот. Ну да, есть ассоциация. Мне нравится. Нас лопыхатели не любят, я от них этим отгорожусь. И трусили от лопухов. Так, дальше пошли трусили. О, какая красота! Эртапад, почти как Эрдоган. Как будто турецкая форма. Как будто что-то такое турецкое, восточное, да? Да, такое ощущение, что сделано вручную, потому что края вот они все волнами. 34 идут. Сантиметра каменная керамика. Нет, кстати, подходит для пищевых продуктов. Можно взять как блюдо. Очень красиво. Она вся вот такая неправильная. Смотри. Да, 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 да. Я так думаю, что мы его с собой сегодня увезем. Потому что Димыч такие штуки любит. Любо. А вот такие ты не любишь. Декоративная тарелка Sesame Friot, светло-розовый, 629 рублей. Тяжелый. Тоже, кстати, имейте в виду, вот эти все блюда, которые представлены в отделе оформления, вы их можете использовать как пищевые. Они все совершенно инертные, их можно применять. То есть у вас не только там для свечки, но и для красоты. Но мы еще не закончили, мы сейчас плавно перетекаем туда. А как переводится слово «fatal error»? Error. Фаталити. Фаталити. База называется Фаталик. 429 рублей. Вот такая кисонька. С закрытыми глазами. С закрытыми глазами. Ну, потому что фатал же. Смотри, какая интересная. Чили-фрукт. Чили-фрукт есть зеленый. Металлический? Да. Это замочная скважина.
399 рублей. И чили-фрукт есть стеклянная ваза Лейка, 27 сантиметров, ручная работа. Когда вот такой значок стоит, это handmade, и такое это стекло... Это значит круто. Да, это круто, и стекло чаще всего тонкое. То есть тоже как Лейку можно использовать, это тоже ваза Лейка. Вот это, кстати, интересно, да? Я бы стеклянную взял. Нет, я бы железную. Она стоит 400 рублей, и ты ее точно не уронишь. Даже если ты уронишь, а не ты ничего... не подходи. Так, пока мы тут выпендривали, смотри, мы что нашли. Украшение подвесное, 12 штук, и дьюбен. Опять же, рисунок напоминает. Скатерть и эти, салфетки к скатерти. Далеко спрятаны, к сожалению. Вот они, флажки. Разной формы. Ну да, через мою голову это святое. 4 метра, 12 флажков. Пойдем в часы. Очень много часиков новых. Так, ну, это мы арт-эвент мы покажем отдельно. А, вот часы-то, их же перевесили. Очень напоминают такие мужские часы начала, конец 19-го, начала 20 века, которые достаются на цепочке. Настенные часы Коттерсмюке, 46 сантиметров, серебристый, стоит 2500. Классические часы, смотрите, очень интересно. С плавным ходом, с бесшумным. Ну вот, мы здесь находимся, мы же не слышим. Потому что они стоят. Они идут, смотри, они стоят. Идут потихоньку, было на 25, сейчас уже на 6. Что? А почему секундная стрелка тогда не крутится посередине? Ну вот, идет же. А это минутная. Ну, она же движется. А посередине секундная. Она же движется. Не движется. Движется! Иди сюда. Я же сказала, движется. Спарлога будильник, тоже из этой же серии. Смотри, даже с цепочкой. Где у тебя движется? Здесь не движется, даже здесь батареек нет. И там тоже. А там движется. Где? Вон уже на цифре 6, посмотри. 699 рублей, спарлога, будильник. Серебристо-золотой. Все, пойдем. Даже красиво. А теперь в чем? Кайф. Ватенкрассе. Лейка 09, черный с золотом. Они были в разных цветах, ну, вот на самом деле. Да, беж. Очень красиво смотрится. Мята бирюзовая такая, такой спокойный оттенок. Но черный прям топчик. Громко. Отдай. Отдай. Скажи красиво. Какая тебе больше нравится? Самое удачное – это черное. Эффектное. Потому что сочетание золота и черного. Всегда выигрышно. Какие-то умные слова. Так, в общем, новинки мы сняли. Немножко поржали. Я надеюсь, вы с нами тоже посмеялись вместе. Ребят, ну, во-первых, у меня к вам вопрос. Мы уезжаем в Дагестан. Ну, тут вопрос, выйдет ли до или во время выйдет поездки в Дагестан. Я пока еще не знаю. В общем, наверное, это нет, давай мы все-таки просто, я этот вопрос спрошу в сюжете, мне интересно, что подписчики скажут. Ребят, у нас очень много поездок, мы пишем влоги. Вам вообще, в принципе, интересно их смотреть? У кого? Не у меня. Там. У дядьки. Или они вам, извините, нахрен не нужны. Если нахрен не нужны, мы будем снимать их для себя. И я иногда, может быть, что-то буду транслировать в сторис в Инстаграме. Если интересно, напишите, потому что тот момент, почему мы стали писать влоги, очень многие сказали, ребят, мы хотим видеть, помимо того, что вы эксперты по Икее, что у вас еще происходит в жизни. Это нет, раз. Уточню. Многие хотели увидеть нашу личную жизнь. А наша личная жизнь – это Siberian Wellness. К сожалению, для кого-то. К счастью, для нас, вот оно. Для счастья. Это раз. Два. У нас возникла с Димой такая мысль. Просто они не сильно заходят, но я знаю, что они полезны, потому что очень много благодарности прилетает в личку в Инстаграм. Прямые эфиры. Я не обещаю раз в месяц. Возможно, один раз в два месяца. Но мы поставим стабильный график. Надо ли вам, нужны ли они вам вообще? Потому что в прямом эфире вы можете задать нам вопрос, мы можем обсудить какой-то товар, там даже через обратную связь. И три. Стандартные процедуры для Ютуба. Кстати, день рождения у Димы наступил.
а 100 тысяч мы не достигли. Пидарка не было. Вот. Поэтому лайк, подписка и комментарий. Даже дизлайк можете ставить. Только главное, не до того, как выйдет обзор. Поэтому я и хожу грустно. Вот. Все, мы пошли дальше снимать.